хоббиты, блядь, руки из жопы. По запаху ближайшие кусты и деревья кто-то использует в качестве туалета. Столица, блядь, Востока. Жемчужина у моря. Вот так ты будешь эти 100-500 километров, чтобы найти переход и наконец-то перебраться через эту магистраль.
прямого выхода на набережную, судя по всему, нет. Хотя, если бы не вот этот забор, можно было бы легко перебраться. Реально, похоже, впереди у перекрестка. Соответственно, вот этот длинный участок дороги, где-то километров, ну, наверное, 5, не имеет ни единственного перехода на набережную. Ни единого, вернее. Колхоз вот.
глядя на все окружающее, невольно вспоминается старая шутка. Чему равны 8 вахабитов одному вахабайту? Пиздец какой-то. Не, у этой страны нет шансов. Они могут вкладывать деньги во что угодно. В ПО, в медицину, в архитектуру. Куда они там сейчас еще пытаются судорожно вкладывать нефтяные деньги. Это ничего не даст. Как они были пастухами и рыболовами внутри себя, так они ими и останутся. Если они все привыкли делать через жопу, блин. И надъебись. Сколько бы денег у них не было, ничем так это и не закончится. У людей никакой организации. Абсолютно никакой. Странно, кстати, что муэдзины молчат. Уже 8:00 утра, а еще до сих пор ни на один намаз никого не позвали. Каргачи красивые, да. Пальмочки некоторые красивые. А вон там стоят сухие дрова, которые то ли спилить, то ли поливать, но никому до этого дела нет.
ух ты. Вот неужели нельзя было сделать нормальную пешеходную дорогу, блин? До, собственно, самого променада. Такое впечатление, что он рассчитан либо только на тех, кто приплывает на катерах, либо только на тех, кто умеет в телепортации, блин. Вот с территории порта идет нормальная дорога. А вдоль трассы идет какая-то грунтовка, блин. Ну, что тут еще сказать, кроме матов? Бокам раздули. Тепло, тихо. Комары не кусают, никто не мешает. Баба попытается мозг сверлить на тему того, что куда это ты пошел с мужиками бухать. Ты бац в ухо, блин, она под паранжой сидит. Да, хорошо здесь рыбаком. Море, кстати, очень чистое. Здесь купаться, наверное, тоже хорошо. Не прям в порту, естественно, в солярке, чуть подальше. Кто-то рыбу разделывал, остатки в море не выкинул даже, где бы другие рыбы съели. Теперь это будет гнить и вонять.
здесь есть рыба. Не знаю почему, но чего-то все встреченные цветы не пахнут абсолютно. Что вот такие вот высаженные, что какие-нибудь дикие. И эти не пахнут. Как фальшивые елочные игрушки. Сверкают, но радости не приносят. Киса. И еще киса. Да, ну извини, нет у меня ничего, чтобы тебя покормить. Ух ты, бедолага.
так, что ли? Да, рыбный рынок. Даже акулы скатов вычерпывают, хотя уверен, готовить их не умеют. Это не китайская. Длинная восточная кухня.
кафе халяль, как говорят одну из старейших.